используйте сковороду Прованс, мясорубку и чудо-котлетницу. И готовьте каждый день вкусные котлеты. Приготовить фарш на мясорубке Fusion Master от Таповой легко и просто. Делаем котлетки, помещаем фарш, нажимаем прессом, снимаем чудо-котлетницу, посыпаем панировочными сухарями. Наши котлеты готовы, осталось пожарить. Жарим котлеты. Небольшое количество растительного масла. С помощью силиконового скребка поддеваем котлетки, перемещаем на сковородочку и жарим. Переворачиваем наши котлетки. Сковородочка чистая, ничего не прилипает. Антипригарное покрытие Eternal сковороды. Поджаривание происходит буквально за 1-1,5 минуты. Котлеты получаются очень вкусные и нежные. Их можно кушать без гарнира. Готовьте полезные блюда и живите вкусно вместе с Таповой.